Черемуха вергинская, дерево подрода Cerasus рода слива, происходящее из Северной Америки, вырастающее до 10-15 метров в высоту. Плод – круглая костянка, диаметром 1 см, с вяжущим кислым вкусом. Цвет плодов от темно-красного до почти черного. Для коренных жителей Северной Америки черемуха вергинская являлась одним из главных фруктов. Плоды потреблялись в сыром виде, а также использовались для приготовления, в частности, пеммикана. В настоящее время плоды используются для приготовления джема, сиропа и вина.